«Улица одиноких женщин». Город Владивосток, 71-й микрорайон, улица Нейбута. Славный город, что на море далеко, но наш он скрытый. Рассматривая проблемы одного из микрорайонов города Владивостока, перекинем мостик к глобальным проблемам всей страны. Заодно поищем пути их решения. Автобусы. Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Общественный транспорт в 71-м микрорайоне представлен только автобусами. Горный рельеф слишком крут для трамваев, но недостаточно крутой для фуникулера. Двигаются автобусы по одной единственной дороге. Случись какая авария или природный катаклизм, не избежать пробки. В часы пик автобусы забиваются битком на первой же остановке. Попасть в маршрутку на промежуточных остановках можно только в одном случае, если попросить всех пассажиров одновременно выдохнуть. Многих гостей города удивляет поведение владивостокцев на остановках. Дело в том, что пассажиры выстраиваются в живую очередь. Кто первый пришел, тот первый и уехал. Не в каждом городе увидишь такой порядок. Зачастую в автобус попадают только те, кто мастерски работает локтями. Автобусные маршруты не балуют своим изобилием. Однажды жители микрорайона перекрыли дорогу, требуя пустить маршрут до центра города. Бордюры. В народе у города есть новое прозвище – Бордюросток. Дело в том, что эти бетонные изделия очень популярны у местных властей. Они настолько любят класть бордюры, что делают это буквально каждый год в одном и том же месте. В новых бордюрах нет ничего плохого. Но почему их укладывают взамен прослуживших всего год-два и не меняют в местах, где им уже больше 30 лет? Любовь к бордюрам возникла не на пустом месте. У каждого градоначальника есть свой маленький свечной заводик. У знаменитого на всю страну бывшего мэра Пушкарева был Спасск-цемент. Пушкарева посадили, а заводик остался и нашел себе нового покровителя. Оказалось, что выпускать бордюры гораздо выгоднее других железобетонных конструкций, ведь они имеют небольшие габариты и вес, а город может освоить любое их количество, перекладывая каждый год в одном и том же месте. До бордюрной истории мэром был владелец заводика по выпуску тротуарной плитки. Тогда в центре города безостановочно перекладывали брусчатку на тротуарах. В голову приходит гениальная идея, как обернуть эту ситуацию на благо общества. Надо слегка изменить процедуру выборов. Жителям не интересно, сколько у кандидатов денег и в каких банках открыты счета. Главное, у кого какой заводик и чего полезного для города он может выпускать. Пусть избиратели думают, что им важнее – поменять тротуары или бордюры, может лучше обновить металлические двери на подъездах или запустить программу доступной рыбы. Срок мэрства надо ограничить 2 годами и не более 1 срока подряд, чтобы глава города не успевал за свое правление перекладывать тротуары по 2 раза в одном и том же месте. Эх, жаль, серийный губернатор Дальнего Востока продал свой виноводочный заводик. Представьте, что на городские праздники приезжает не цементовоз, а огромная фура с алкоголем. Владивосток. Наступят времена почище, и бьется родная в экстазе пылая. Владивосток 2000. Часто приходится слышать о планах развития Дальнего Востока. Владивостоку повезло больше всех. Это самый южный город региона, самый крупный и густонаселенный. По логике нашего правительства, заслуживающий самой большой доли от инвестиций. Так у нас заведено. Чем крупнее город, тем больше он нуждается в развитии. Ну а если он еще и столица? Может, поэтому столицу Дальнего Востока перенесли во Владивосток? Происходило это не просто так, а под избирательную кампанию серийного губернатора. Когда для победы в 3-м туре голосования потребовались обещания в духе Остапа Бендера. Вы только представьте себе! Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Итоги обещаний по развитию Дальнего Востока лучше всего оценивать по численности населения. Как и по всей стране, демография с каждым годом все хуже и хуже. Основной приток населения происходит за счет жителей бывших советских республик.
Во Владивостоке отток населения заметен не так сильно, ведь сюда стремятся переселиться жители из более северных областей. Горячая вода и отопление. Вода отравится, погаснет свет, утихнет звук. Когда-то дома оснащали одной лишь печкой для обогрева и приготовления пищи. Помыться можно было только в бане, а удобства находились во дворе. Прогресс не стоял на месте, и в городах появились центральные сети отопления и водоснабжения. Горячей водой жильцы продолжали обеспечивать себя сами при помощи дровяных титанов. К концу советского периода дровяные сараи оказались не у дел. Горячая вода подавалась прямо в квартиры в любых количествах. Вслед за теплом и водой жилье централизованно обеспечивали городскими телефонами, общими телевизионными антеннами, оснащали лифтами. Каждый советский человек видел постоянный рост собственного и общественного благоустройства. Но советские нормы жизни постепенно превращаются в роскошь. Когда в обществе перестает цениться общественное и начинает преобладать частное, тогда и коммунальное хозяйство превращается в частное. От общих коммунальных сетей люди возвращаются в прошлый век и начинают лепить в своих квартирах титаны и печки. Теперь каждый житель должен самостоятельно позаботиться о наличии удобств в его квартире, заключить на каждый из них отдельный договор и оплачивать каждый месяц ворох счетов, матерясь на каждую квитанцию, потому что в каждой платежке его пытаются дурачить. А еще необходимо отслеживать мошеннические квитки, которыми набивают почтовые ящики. Дороги. Еду в джипах по дорогам между выбоинами. Не так все плохо на улице Нейбута. Есть асфальт, кое-где имеются новые бордюры, отремонтированы тротуары. Местами сохранились старые советские ливневки и водоотводящие канавы. Правда, с каждым годом их становится все меньше. Когда приходит очередной дорожный ремонт, старые водостоки демонтируют, а новые забывают поставить. Само собой, что после такого ремонта дорога превращается в речку во время дождя. Добавьте к этому еще горный рельеф, и вы получите водопады. По советским планам застройки микрорайон должен был иметь несколько развязок, но их не успели достроить. Так улица осталась с одной единственной дорогой. Соседнюю улицу Сабанеева постигла похожая судьба. Перестройка оборвала строительство нескольких многоэтажек и связки с Нейбута. Там также всего одна дорога, и не каждый автомобилист рискнет подняться по ней в снегопад. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Местные жители вынуждены искать себе альтернативные пути, не стесняясь использовать грунтовки, оставшиеся от строителей, и линий вдоль ЛЭП. А здесь у нас заканчивается 71-й микрорайон. Вы слышите звуки стройки, здесь строятся еще новые дома, а вот, к сожалению, новую дорогу никто здесь так и не построил. И когда она будет, неизвестно. Ездюки. Остальные все крутые, держат в бардачках стволы. Автолюбитель, возомнивший себя Шумахером, удручающее зрелище. Такие граждане получают удовольствие от привлечения к себе внимания, когда пугают прохожих, мешают спать по ночам и шокируют окружающих, размазываясь тонким слоем по асфальту и вовлекая в это дело невинных граждан. На машине со скоростью более 200 км в час. Гонки стрит-рейсеров на этот раз закончились печально для них самих. Откуда берутся новые Шумахеры? Ведь естественный отбор давно должен был отбраковать подобных индивидуумов. Проблема, как всегда, комплексная. Пропаганда в кино представляет ездюков героями нашего времени. Форсажи, такси, отечественные стрит-рейсеры. Насмотревшись подобного с детства, малолетние дебилы начинают мнить себя профессиональными гонщиками. Никто уже не снимает фильмов в духе «Инспектор ГАИ» и «Берегись автомобиля». Давно нет номерных знаков с обидными сочетаниями букв. У киноделов только деньги на уме. Деньги, которые они получат от малолетних дебилов через сборы в кинотеатрах.
Вторая составляющая этой проблемы сугубо законодательная. Герой фильма «Такси» вынужден прятать свой затюнингованный автомобиль под обычное такси. Ведь во Франции запрещены любые конструктивные изменения, нарушающие заводскую комплектацию. А у нас полная свобода. Хочешь на Запорожец двигатель от спортивного мотоцикла – пожалуйста. Хочешь баллон с закисью азота – на здоровье. Что уж говорить о штрафах за превышение скорости, об их размерах и неотвратимости выплаты. Постов ДПС на улицах почти нет, камеры стоят далеко не везде, и все они обозначены в навигаторах. Через 400 метров камера на 60. Ёлки. Новый год у нас в стране начинается все раньше и раньше, а длится все дольше и дольше. Город покрыт новогодними гирляндами с начала декабря. Витрины магазинов пестрят Санта-Клаусами и колокольчиками до майских праздников. Это настолько замусолило глаза, что люди перестают обращать внимание на внешнюю мишуру. Новый год превращается в двухмесячную распродажу. Новогодние скидки действуют не только в декабре, но и весь январь. Недавно маркетологи нашли новый способ увеличить продажи – «Черная пятница». Взяли американскую традицию распродаж к Рождеству и перенесли на наши реалии. Эта двухнедельная акция в конце ноября прямо зазывает покупать новогодние подарки заранее, обеспечивая продажи магазину за полтора месяца до праздника. Рекламная мишура отбивает вкус и остроту праздника. Что елка, усыпанная гирляндами, что телебашня в гирляндах, горящая целый год. Весь год, за исключением одного часа в году, часа Земли. Когда люди вдруг вспоминают, что надо заботиться об экологии и экономить природные ресурсы. Жилье. Быть может, откопают через тысячу лет в фантиках, жвачки и осколках монет. В рыночной экономике цена зависит от спроса и предложения, а не от себестоимости производства. Поэтому двухкомнатная квартира во Владивостоке будет стоить дороже, чем в Партизанске. Спрос и возможности в большом городе выше, а значит и цена будет выше. Цены на жилье в разных районах города также могут сильно различаться. На это влияет ряд факторов. Близость к центру, к транспортным артериям, удаленность от свалок и грязных производств. Основной жилой фонд был построен при СССР. Улица Нейбута строилась в конце 80-х, и капремонт этому району потребуется очень скоро. Что выгодно отличает его от районов, построенных в 60-х и 70-х. Там уже второй капремонт на носу, а они еще первый пройти не успели. А если и прошли, то только на бумаге. Позднесоветские здания не лишены недостатков. Качество в перестроечные годы просело, панельные дома имеют хорошую слышимость и теплопроводность. Но современные новостройки вызывают еще больше вопросов к качеству. С какими еще проблемами сталкиваются покупатели жилья премиум-класса и насколько качество таких домов соответствует тому, что обещал застройщик? Цена квартир в этом ЖК на севере Москвы относится к классу премиум, а вот условия жизни как в эконом. Собственники жалуются на недоделки и брак. Но главное достоинство вторичного рынка жилья раскрывается в банальном факте. Оно уже построено. Отдать деньги застройщику и получить судьбу обманутого дольщика можно на раз-два. Даже стройки, находящиеся под контролем и при участии государства, оказываются брошенными. Люди остаются без жилья и при невыплаченных ипотеках, поэтому старая советская квартира имеет большую привлекательность по сравнению с обещанием построить новую. Здоровье. Количество придомовых аптек может поспорить с количеством пивнушек. Кого больше? Такое изобилие появилось не на пустом месте. На весь район нет ни одной полноценной больницы, если не считать маленькой детской поликлиники. Запланированная в советские годы огромная поликлиника так и не была достроена. Ее серая коробка стоит много лет и вряд ли будет запущена в эксплуатацию. Thank you.
Перманентная оптимизация отечественной медицины с каждым годом оставляет все меньше шансов на получение врачебной помощи. И если вы не верите в чудодейственность святой воды, то вам остается открыть интернет, найти описание симптомов и пойти в аптеку за средством против них. Можно, конечно, попробовать записаться к врачу, но результат будет тот же. Вас отправят в аптеку за лекарством, предварительно уточнив, какую сумму вы готовы потратить на таблетки. Аптечный бизнес сулит 300% прибыли и привлекает внимание криминала. Игорная зона. Власти пообещали преобразить город к саммиту АТЭС 2012 года, вдохнуть в него новую жизнь. Построили мосты и академгородок, пообещали привлечь иностранных туристов, для чего создали игорную зону. Прошло 8 лет, можно подвести итоги. Игорная зона совсем не похожа на Лас-Вегас. Построили одно единственное казино. От посетителей оно не ломится. Богатые азиаты и местные эксплуататоры предпочитают развлекаться в Макао. Строительство ДВФУ также не принесло какой-либо пользы. Новых рабочих мест не появилось, скорее наоборот. Слияние нескольких городских вузов в один привело к сокращению персонала. Во главе нового университета стали эффективные менеджеры из Москвы со своими командами, вытеснив местных жителей. Старые здания пришли в запустение или были разрушены. Перенос учебных заведений на Русский остров добавил транспортных проблем. Раньше студенты и преподаватели ездили в разные вузы в разные районы города. Теперь они все двигаются в одном направлении по одной дороге. Транспортное плечо увеличилось, что добавило студентам времени для самоподготовки. За время поездки в автобусе можно успеть подготовиться к парам. Саммит прошел, а развитие так и не наступило. Новых рабочих мест не появилось, количество транспортных расходов возросло, а в городе образовались новые пустыри и брошенные здания. Йод. Воды только море омывает этот город со всех его трех сторон. Нежный морской бриз превращается в наших широтах во что-то малоприятное. Он обеспечивает приток свежего воздуха и спасает от смога. Но, к сожалению, ветер с моря пахнет совсем не йодом. Способствует этому полное отсутствие очистных сооружений в городе. Еще ветер разносит по городу мусор, увешивая деревья гирляндами из полиэтиленовых пакетов. Правда, с началом проведения в городе саммитов с подобными проявлениями ветра стали активно бороться, очищая деревья от сомнительных украшений. До 2012 года все деревья представляли из себя удручающее зрелище. Изобилие оборванных пакетов на деревьях нельзя списывать на природную стихию. Вывоз твердых бытовых отходов является бизнесом и приносит хорошую прибыль. Логика любого бизнеса проста. Тарифы на вывоз надо поднять по максимуму, расходы на вывоз снизить до минимума, а разницу положить в карман. В результате квитанции приходят регулярно, а мусор вывозится не очень регулярно. Плюс ко всему они отказываются вывозить крупногабаритный строительный мусор. Вот населению и приходится выкидывать мусор в ближайшем лесу. Тем более, что этим занимаются и сами компании по утилизации мусора. Отчего зеленая зона города больше похожа на свалку, чем на тайгу. Капремонт. Мне сердце остановится, не будет слышен стук. Ты свой последний танец танцевал уже без рук. Проблема капремонта и попытка решить ее за счет дополнительных поборов с граждан близка каждому. Рассматриваемый нами микрорайон отличается только тем, что срок прохождения капремонта накроет всю улицу почти одномоментно. Где город возьмет деньги на его проведение, совсем непонятно. Есть в нашем отечестве специалисты, производственные мощности и денежные средства. Вот только все эти ресурсы потрачены на бесполезные и малоактуальные стройки.
Спорт – дело хорошее, но почему бюджетные деньги расходуются так нерационально? Как вы уже догадались, речь об Олимпиаде и чемпионате мира по футболу. К сожалению, ситуация с жилым фондом настолько запущена, что даже баснословных сумм, потраченных на спортивные сооружения, не хватит на капремонт по всей стране. Но если эти средства равномерно распределить по регионам, то у каждого города в бюджете будет финансовая подушка. Каждый муниципалитет смог бы составить план капремонтов на несколько лет вперед, а не ждать, когда скопится необходимая сумма за счет поборов с населением. Плановый ремонт, подкрепленный бюджетом, обеспечит многолетнюю загрузку строительных фирм, обеспечит гарантированные рабочие места и заработные платы. Строители загрузят работы поставщиков и подрядчиков. Тут вам и химическая промышленность, и деревообрабатывающая, и металлообработка, и много чего еще. Так или иначе, деньги от строителей постепенно перейдут во все остальные сферы экономики. Ведь нужны строителям автомобили, одежда и продукты питания. А когда в экономике крутятся деньги, то они появляются у всего населения. Людям будет с чего оплачивать сборы на капремонт, и делать они это будут более охотно. Ведь обещанный капремонт будет проводиться прямо на их глазах, а не как сейчас на бумаге. Люки. С приходом рыночных отношений выяснилось, что на металлолом можно сдавать не только лом, но еще и металлические крышки люков. Так началась поэтапная замена старых железных люков на новые, бетонные и пластиковые. Со всеми сопутствующими прелестями в промежутках, когда старый люк уже украли, а новый еще не поставили. Жителям Нейбута повезло. Большинство их люков находится в очень заметных местах, в них сложно свалиться. Отсутствие риска свалиться в канализацию дает возможность задуматься над более сложными вопросами. Из этих люков постоянно идет пар, течет вода, иногда бьют настоящие фонтаны. Угадайте, кто оплачивает потери воды и тепла, которые не доходят до потребителя? Мэрия точно не станет платить водоканалу за поливку улиц из дырявых труб, а теплосетям за подогрев атмосферы. Все эти расходы лягут на конечных потребителей. Морской порт. В основном все население моряки, рыбаки. Старожилы рассказывают, а кинохроника подтверждает, что в советские годы порт Владивостока работал круглосуточно. Все краны вертелись как вентиляторы, а судов было так много, что для них была отдельная радиостанция, вещавшая над морскими просторами. С приходом рыночной экономики выяснилось, что ремонтировать суда выгоднее за границей. Судоремонтные заводы и их работники стали не нужны. Стал не нужен и рыбный порт, так как рыбу выгоднее выгружать в иностранных портах или продавать прямо в море. Портовые краны стоят почти без дела. Вся работа ограничена погрузкой металлолома и лесокругляка. Разгрузка сводится к приему бэушных японских иномарок и китайского ширпотреба. Сейчас в городе моряков все труднее найти людей, связанных с морем. Жители вынуждены искать себе работу в других сферах. Нейбут Арнольд Яковлевич. Владивосток, Калининград, какую цену заплатил твой дед солдат? Мы не рабы, рабы, мы не мы, говорят, не мы, это мы. В далеком 1982 году городской совет решил назвать новую улицу в честь революционного деятеля, состоявшего в партии большевиков. К сожалению, он не успел долго поработать на Дальнем Востоке. Жизнь достойного человека, не оставшегося в стороне от проблем своего отечества, была оборвана в 1919-м, на 29-м году жизни. Он был убит белыми в Омске по пути из Петрограда во Владивосток после участия во Всероссийском съезде. К тому моменту Колчак уже развязал гражданскую войну и приступил к физическому уничтожению политических противников. Он объявил себя верховным правителем и на штыках белочехов пытался вскарабкаться на трон. Тот самый Колчак, которому теперь открывают памятники и таблички по всему Транссибу.
Одна такая табличка висит и во Владивостоке. А судя по тенденции, скоро у нас в городе появится и памятник белочехам от благодарных потомков. Надо ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову. Органы. Знамени своей погодой, криминалом и главой. Кроме поликлиники, району не хватает еще пожарной части. Недавно закрыли последний опорный пункт полиции. На улице не видно патрульных машин и нарядов ППС. Чем пользуются любители погонять по общегородским дорогам? Вой дырявых глушителей, визг резины не дают возможности заснуть по ночам. Причем не только рядовым гражданам, но и высокопоставленным чинам полиции, живущих с ними рядом. Время от времени какой-нибудь взбешенный бессонницей офицер полиции звонит куда надо, и на улице появляется патруль ДПС. После чего 71-й микрорайон на несколько ночей превращается в спокойный спальный квартал. План. Где вылез он без берег, не дошел до волны, где рельсы вылезали из кармана страны. Канула в небытие плановая экономика, а вместе с ней плановая застройка городов. Больше никто не заморачивается продувкой макетов кварталов в аэродинамической трубе, не предусматривает зеленые клинья в городском ландшафте, тем более расчетом нагрузки на коммунальные сети или числом мест в школах, детсадах и поликлиниках. В рыночной экономике все решает рынок. Жилье теперь строят там, где его можно продать подороже, а стройка обойдется подешевле. Так зеленый угол стал жертвой точечной застройки. Свободной земли много, коммунальные сети наиболее свежие и позволяют подключить дополнительную нагрузку. Это обеспечивает низкую стоимость застройки и высокую цену продажи на рынке. Более перспективным оказался только район Мысочуркино. Строительство моста через Золотой Рог связало этот микрорайон напрямую с центром города, отчего ценник там резко скакнул вверх. Реновация. Мы вместе, мы рядом, одна награда, мы вместе. Эту подстанцию на 6 киловатт, как поставили в 80-х, так ее и не ремонтировали. О чем свидетельствует глубокая ржавчина на дверях и вентиляционных шахтах. Общая запущенность. Проблема ветхости жилого фонда настолько серьезная, что привлекла к себе внимание российской власти. Реновация полным ходом идет в Москве, но возможна ли она в других городах нашей необъятной родины? В Москве хорошо, столица обладает огромным бюджетом. Да и снос ветхого жилья подкреплен жаждой передела освобождающейся площади. А вот столица Дальнего Востока не может себе позволить подобного. Тут и земля не такая дорогая, и желающих ее приобрести не так много. Жители Владивостока перебираются на ПМЖ в Москву, тем самым уменьшая спрос на жилье тут и увеличивая там. Что уж говорить о других городах Приморья, которые стараниями современных экономистов превратились в дотационные. Реновация всей страны невозможна, в регионах нет денег даже на капремонт. Собаки. К тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг. Собаки – это прекрасный индикатор экономического кризиса. Если экономисты судят о начале кризиса по снижению ВВП или по спаду морских перевозок, граждане эти спады чувствуют на собственной шкуре. С началом экономического кризиса стая беспризорных дворняг пополняется чистокровными элитными барбосами.
В собачьих сворах бегают здоровенные мастифы, в помойных контейнерах кормятся русские борзые, а всякая мелочь в виде таксоболонок пасется на задних дворах магазинов. Срок жизни у выставочных пород на улице недолг. Как только экономический кризис заканчивается, перестают выбрасывать домашних питомцев на улицу. Индикатор срабатывает в обратную сторону. С окончанием кризиса исчезают элитные песики на помойках. Домашние любимцы, выброшенные на улицу, это удручающее зрелище. Выбрасывают не только собак и кошек, но и попугаев с прочей экзотикой. Тротуары. Я отходил спокойно, не прятался ни вор. Во времена мэра, тесно связанного с тротуарной плиткой, брусчатка до ней будто не добралась. Долгое время на улице сохраняются старые советские тротуары. По ним уже опасно ходить, можно легко напороться на торчащую арматуру. Кусок ржавого металла с легкостью пробивает вам ботинок, и вы летите плашмя на асфальт. Проблема тротуаров усугубляется расширяющимися дорогами. Ширину дороги увеличивают за счет тротуаров, заужая их до невозможности. Клумбы, отделяющие транспортный поток от пешеходов рядом деревьев, уничтожают как явление. Часть улицы совсем лишилась тротуаров, и людям приходится передвигаться по обочине дороги. Владивосток славится своими тротуарами. Не каждый муниципалитет способен на подобное. Урбанизация. Мне чайки здесь запели на знакомом языке. Точечная застройка сулит 300% прибыли. Она позволяет сэкономить на коммуникациях и производится в районах с высокими ценниками на жилье. Застройщики не соблюдают требования по пожарным проездам, детским площадкам, не предусматривают парковки и зеленые зоны. В результате подобной урбанизации вырастают каменные джунгли. В них негде спрятаться от летней жары, негде припарковать машину, негде гулять детям. Вид из окна превращается в иллюстрацию человейника. Выглянув в окно, вы можете увидеть только соседей напротив, и хорошо, если это окажется молоденькая девушка в халатике. Все, что фантасты описывали в антиутопиях, воплощается в нашей жизни, когда каждый квадратный метр, способный приносить прибыль, идет в оборот. На улице Нейбыта еще остался кусочек нетронутой природы, но нет никаких гарантий, что здесь не построят новый торговый центр или какую-нибудь высотку. Физический износ. В объятиях полупьяных женщин гибли моряки, тельняшки рвали и кололи прямо на груди. Советские постройки совсем скоро выработают свой ресурс. Капремонт проводить до бесконечности невозможно. Реновацию в регионах проводить не на что. Новых зданий строится недостаточно. Когда советский запас будет исчерпан, где будет жить население страны? Или правительство думает, что падение численности позволит обойтись имеющимся жилым фондом? Выход из сложившейся ситуации очень прост. Все коммунальные службы должны быть объединены и национализированы. Никому не нужные юридические лица нужно сократить, уволить дармоедов, присосавшихся к денежному потоку. Выкинуть на помойку бесполезные счетчики и систему сбора данных с них. Это сократит издержки, а значит и сократит тарифы. Высвободившиеся средства необходимо направить на обновление основных фондов. Деньги в стране есть, просто они разворовываются ордами бесчисленных нахлебников. Хорошие. Колесами печально в небо смотрит круизер. Все описанное выше подводит нас к другому слову на букву «Х». Но надо найти хоть что-то хорошее, чтобы не впасть в уныние. Новые технологии не панацея, но они способны на многое.
У человека, вооруженного современной техникой, есть все шансы выйти из сложившейся ситуации. Новые микрорайоны можно быстро возводить, да и остальные проблемы решить не так трудно. Главное – осознать наличие этих проблем и решиться взять ответственность за их устранение. Но олигархи и их представители во власти озабочены прибылью, получаемой с населения. Остальное их не волнует. Наша страна имеет опыт решения проблемы снизу, когда правительство уже не может решать поставленные задачи. Работники предприятий объединяются в советы, выделяют из своих рядов делегатов и формируют из них новое правительство. Если это движение будет по-настоящему массовым и всеобщим, старому правительству останется только уносить ноги в страны, где у них давно заготовлены запасные аэродромы. У нас все еще останется шанс на выход из глубокого пике, в которое попал не только отдельный микрорайон, город или страна. Церковь. Кому молиться, каким богам, наполовину полон или пустакан? Критика религиозных организаций – опасная вещь. На костер, конечно, не отправят, а вот статью за оскорбление чувств верующих заработать можно. Но обойти проблему церкви нельзя. Несмотря на заверения гражданина Гундяева о строительстве 3 храмов в сутки, своей церкви шаговой доступности на ней будто пока нет. Построить религиозное учреждение пытаются уже не первый год, но денег нет. Пока у церкви есть только земельный участок, несколько жилых и подсобных помещений. Не наше дело, если верующие хотят построить домик священника и гараж для его автомобиля. Это их право. Вызывает интерес способы безвозмездного получения земельного участка этой организации, отделенной от государства. Пожалуй, стоит поставить на этом точку и не углубляться дальше в эту тему. Числа. Порт столицы в Приморье, центр всей коммерции. Правительство законодательно навязывает экономию для граждан. Как говорил видный борец за все хорошее, экономика должна быть экономной. Поэтому каждого гражданина необходимо обвешать счетчиками на потребление воды, электричества и тепла. Не за горами установка счетчиков на выброс углекислого газа и взвешивание бытовых отходов. Решение проблемы экономного расхода ресурсов – это не проблема отдельного человека, это проблема всего общества. Как бы экономно лично вы не использовали воду, оплачивать потери до входа в жилище придется вам. Не надо радоваться, что ваши счетчики учитывают каждый миллилитр воды. Не надо отключать полотенцесушитель в попытке сэкономить. Посмотрите на улицу, где горячая вода фонтанирует из люка. Ее стоимость включена в ваш тариф. Водоканалу не важно, сколько воды прокачивается по трубам. Вода вообще бесплатная. Важно только то, сколько стоит обслуживание водонапорного оборудования. Если жители обложить счетчиками на все входы и выходы, поставить счетчики на все подъезды и промежуточные пролеты, им все равно придется платить за общую стоимость содержания водоканала. Коммунальное хозяйство от слова «коммуна», то есть «общее». Трубопровод и водозабор един и общий для всех, а значит стоимость обслуживания ляжет на всех потребителей. Давайте беречь ресурсы планеты вместе, оставим хоть что-то нашим детям. Все средства, затраченные на счетчики, необходимо пускать на ремонт систем жизнеобеспечения, а не разбазаривать ресурсы на бесполезные приблуды и их обслуживание. Капиталистам выгодно играть на жадности и эгоизме, рассказывать о преимуществах установки счетчиков. Продавая бессмысленные и бесполезные устройства, они положат в свой карман прибыль. Пока общая инфраструктура продолжает ветшать и приходить в негодность, деньги идут на бесполезный учет потребления. Школа. А на лестничной площадке курят финку пацаны. Накурятся и гонят, и мешают видеть сны.
В микрорайоне предусматривалось несколько школ и детских садов. Благодаря перестройке часть зданий остались недостроенными, в том числе один детсад и школа. Не прошло 30 лет, как садик достроили, благо он маленький, а вот школа оказалась не по зубам. Небольшой демографический взрыв 2000-х привел к нехватке детских садов, оптимизированных в 90-е. Решать проблему пришлось посредством частных садов, созданных чуть ли не в обычных квартирах. Строить отдельные здания для детсадов нецелесообразно. Все прекрасно понимают, что бэби-бум быстро закончится. Существует такая наука – демография. Скачки роста численности той или иной возрастной группы предсказуемы. Почему к постройке новых садиков не приступают на основании данных, полученных из родильных домов? Почему количество учебных мест в школах не увеличивают на основании данных о количестве детей в садах? Мозг дан человеку для анализа ситуации и действия на упреждение. Не надо экстренно кидать силы на строительство садов, когда пора приступать к строительству школ. Хотя зачем достраивать большую школу? Обойдемся малыми частными школами, организованными в обычных квартирах. Возможно, поэтому администрация города согласовала снос недостроенной школы и постройки на ее месте 3 новых высоток. Щелоков. Был в СССР министр внутренних дел Николай Анисимович Щелоков. Для обеспечения профилактики преступлений он сделал очень много. Например, при нем активно строились опорные пункты милиции. Мера простая и нехитрая, но крайне способствующая снижению уровня преступности. Были свои опорные пункты и на улице Нейбута, но реформаторы и оптимизаторы не прошли мимо такого безобразия. Милицию переименовали в полицию, а опорные пункты закрыли. Хотя, казалось бы, в СССР ничего не было. Ни колбасы, ни секса, ни преступности. А теперь всего полно. А чтобы не мешать изобилию, надо убрать всех блюстителей закона подальше от законопослушных граждан, оставив их наедине с не очень законопослушными. А еще при Щелокове снимали много фильмов, носящих нравственно-воспитательный характер. Полную противоположность сегодняшним стритрейсерам, форсажам и такси. Нет слов, начинающихся на эту букву, поэтому поговорим о том, чего нет. Я буду вспоминать, как здорово бежать в воде по Океанскому проспекту. Какие были перспективы на случай сохранения СССР? На улице Нейбута не появилось бы точечной застройки, а вся инфраструктура была бы достроена. Появилась бы связка с улицей Сабанеева, работала бы теплица, обеспечивающая население работой и овощами. Другие микрорайоны, застроенные старыми хрущевками, успели бы снести, а на их месте появились новые кварталы, построенные по новым нормативам и с новыми дополнительными удобствами. Нет слов, начинающихся и на эту букву. Продолжим разговор о том, чего нет. Владивосток, Владивосток, а знаешь, я еще приеду до метро. Индустриальная эпоха закончилась вместе с СССР. Это там человек получал квартиру со всеми удобствами. Количество и качество их постоянно росло. В 60-х центральное водоснабжение, канализация и отопление перестали быть роскошью и стали нормой. В 80-х появились лифты, мусоропроводы и горячее водоснабжение. Если бы СССР дотянул до 2000-х, то человек, получающий новую квартиру, имел бы в ней предустановленное телевидение, телефон, общедомовой или индивидуальный кондиционер. К 2020 году список обязательно предоставляемых услуг пополнился бы интернетом, системой «Умный дом» и застекленной лоджией. С другой стороны, не было бы таких замечательных вещей, как домофоны, металлические двери на подъездах, платных парковок с шлагбаумами и частных школ с детсадами. В современную эпоху нанотехнологий человек покупает новую квартиру в ипотеку и на протяжении десятка лет выплачивает проценты банку.
На оставшиеся копейки ему предстоит самостоятельно сделать пол, стены, подключить коммуникации, заключить ворох договоров с отдельными компаниями для обеспечения себя интернетом и телевидением, телефоном, охранной системой, а также найти подрядчиков для установки окон и межкомнатных дверей, кондиционерщиков и установщиков бойлеров. Нет слов, начинающихся на мягкий знак. Продолжим о том, чего нет. Большие корабли со всех концов земли приходят в бухту Золотого Рога. Главное, чего нет на Дальнем Востоке, это рабочих мест. Люди покидают Дальний Восток не из-за нехватки садиков и поликлиник, а из-за отсутствия заработка. В советские годы сюда приезжали зарабатывать, делать карьеру, получать уникальный опыт на новых производствах. Сейчас новых производств и институтов больше не строят, а старых с каждым годом становится все меньше. Если государство не хочет потерять этот регион, пропитанный сепаратистскими настроениями, то надо вкладываться в развитие производства. А если правительству жалко денег, то есть бесплатный способ увеличения числа рабочих мест. Как одним росчерком пера у нас изменили пенсионный возраст на плюс 5 лет, так же легко можно сократить рабочий день до 6 часов. Во-первых, это будет честно. Если работать до пенсии в годах надо дольше, то компенсировать это необходимо сокращением рабочих часов. Во-вторых, у жителей Крайнего Севера и районах к ним приравненным уже сейчас есть сокращенная 36-часовая рабочая неделя. Никто не мешает распространить это правило на всех жителей Дальнего Востока. Сокращение рабочего времени приведет к необходимости увеличения числа рабочих рук для сохранения того же уровня производства или потребует больше автоматизации производства, тем самым подхлестнув использование новых технологий. Этот универсальный метод подходит и для других регионов России. Экономика. С гранатой в кармане, с чекой в руке. Спальный район – это то место, где нет работы и нет производства. Люди приезжают сюда для ночевки, а рабочие дни проводят вдали от дома, мотаясь туда-сюда через весь город и тратя кучу времени в пробках. Выходные дни также приходится проводить за пределами своего квартала, ведь тут нет культурных и развлекательных учреждений. Это в плановой экономике строят новые микрорайоны рядом с новыми предприятиями, обеспечивая их инфраструктурой и досугом. Единственные рабочие места на районе – это торговые центры. Их с каждым годом все больше. Кроме торговых точек появляются массажные салоны, центры красоты, аптеки, барбершопы и ресторанчики, что само по себе не так уж плохо. Но торговые центры не заменят разрушенного тепличного комплекса. Нет фабрик, нет пищеобрабатывающих цехов, только сплошные торговые точки и пункты выдачи микрозаймов. Если в 12 стульях жители уездного города Н рождались, чтобы побриться, подстричься и умереть, то жители сегодняшних городов рождаются, чтобы взять микрокредит и потратить его в пивнушке. Всего пару лет назад на этом месте был пустырь, а сегодня здесь возвышаются новостройки. Юг. Если верить местным учебникам географии, то Приморье – самая южная часть страны. Широта Крымская, да долгота Колымская. Погода у нас не сильно дружелюбная, но гораздо теплее, чем на Колыме или Камчатке. Поэтому часть населения Дальнего Востока мигрирует не в Москву, а к нам в Приморье. Яблоки, конечно, не растут, но и вечной мерзлоты нет. Да и какая-никакая работа имеется, все лучше, чем на Чукотке. Миграция не ограничивается притоком граждан с севера. Основная масса приезжих – это представители бывших советских республик. Раньше приток людей обеспечивался еще за счет Китая, Кореи и Вьетнама, но вставание России с колен создало настолько благоприятную экономическую ситуацию, что жители азиатских стран больше не спешат к нам на заработки. Мне очень выгодно стало работать. Ты будешь здесь, ну, оставаться, продолжать работать? Ну, пока не знаю, чуть-чуть работы смотри, потом как, если не выйдет, ну, я все домой. Яблоко раздора. Воды и только море. Омывать будет город, где прожил так мало лет. Во время съемки фильма произошел показательный случай.
Операторы, к сожалению, его не засняли, настолько он показался им банальным. Два соседних дома ведут войну из-за общего проезда, перекрытого шлагбаумом жителями одного из них. Съемочная команда снимала недостроенную советскую школу. Жители первого дома накинулись с вопросами. Каждые 5 минут подходил очередной разгневанный собственник, подозревая съемочную группу в работе на конкурентов из второго дома. Ради парковочных мест люди готовы перекрыть пожарный проезд и перегрызть друг другу горло. Занимаясь мелкими междоусобными дрязгами, игнорировать своего главного врага. Врага, наживающегося на чужом горе, чужом труде, чужом здоровье и чужих жизнях. Что же будет, когда под боком у этих домов снесут недостроенную школу и построят 3 новые свечки? Страшен даже не круглосуточный шум стройки под окнами, а то, как местные жители начнут воевать за проезды и парковки. Поживем-увидим. Возможно, появится повод снять 2-ю серию фильма.